Теремок ТВ. Время. Начинается матч по суперболу. И начали. Супермагнетизм. Готовь, цель, блин. Запомните, ребята, нужно осмотрительно пользоваться суперсилами, иначе можно наделать немало вреда. Будьте серьезней и играйте в свой любимый супербол как можно дальше от дороги. Мы наигрались, сейчас в кино собрались. Сегодня же у нас выходной. Да, ну конечно. Отдыхайте, но применяйте свои сверхспособности только при необходимости. О, привет, котята. У меня рекламная акция. Попробуйте новые пирожные. Замечательные пирожные. Я бы парочку съел. Но и в кино опаздывать неохота. Не торопись, Вася. Я остановлю время для тебя одного. Соня, постой! Ты еще не делала такого. Спокойно. От моего суперталанта не может быть никаких проблем. Правильно, Бао. Не волнуйся. Сейчас вокруг тебя будет пузырь застывшего времени. Застрял что-то. Придется его слегка... Соня, не вздумай его трогать! Ну что ты переживаешь? Я его чуточку подтолкну. Соня! Супер притяжение! Не подходи к пузырю, Вася! А то окажешься в нем! Вот вам и рекламная акция! Мне на этой неделе было лень устраивать им новую пакость, но, кажется, и без меня все прекрасно. Ну что ж, побуду, как и вы, зрителем. Леон, Грейс, скорее на помощь! Дроны, подтолкните-ка этого трусишку. Надо скорее помочь им, но сперва наденем суперкостюмы. Разобьем этот пузырь. Сейчас попробую. Сила звука. Магнетизм. Суперзрение. С
Ребята, от рева и толчков пузырь не лопается. Но есть интересная особенность. Он отскакивает от крупных предметов, а все, что меньше его, поглощает. То есть, если я вырасту, можно будет его дотрагиваться? Да, и мы сможем им играть в супербол. Нет, вы мне это бросьте. Я вам не позволю никого там спасать. Начнем. Магнетизм! Сила звука! Мур-мур, ура! Ура! Да! Всем оставаться на своих местах! Молодцы, котята! Супербол был отличной идеей! Да, и суперспособностями по делу воспользовались! Мур-мур, ура! Я так рад, что все обошлось! Да, спасибо всем! Буду пользоваться только проверенными приемами. А за Арнольда не бойтесь, пока смотрим кино, пузырь сам лопнет. Где это я? Куда все делись? Кто меня отсюда снимет? Подарок сюрпризом. Неплохо, Вася. Неплохо. Это все ты сделал? Что это, а? Для чего? Это цепь домино. Чем длиннее выстроишь, тем лучше. Ну куда это годится? Неправильно. Кто так ставил? Не туда. Отойдите, я лучше сам. Теперь заново ставить придется. Все из-за вас. Прости, Вася. Мы помочь хотели. Ладно, идемте отсюда. Только потить и умеют. Ну все, пропала охота. О, что это? Забрать у Хлои подарок для старого знакомого. Может, помочь Леону и Грейс? Схожу-ка я за их подарком. Вы это слышали, подписчики? Хотят порадовать старого друга. Что ж, кто бы он ни был, испорчи ему сюрприз. Дроны, отберите. Да не у меня, а подарок у Васи. Вот и попил кофе. Как ты совсем справляешься? И старшим помогать успеваешь? А как же? Мой девиз – везде успевать и со всем справляться. Счастливо, Вася. Эй! Летите отсюда! Ах, вот так! А ну, сила роста! Вот вам! А ну, прочь! Щекотно! Ай! Насчет совсем справляюсь, погорячился. Да, молодцы. А теперь устроим грандиозную пакость. Сейчас мы слегка подправим подарочек и вернем его Васе. Мой маленький сюрприз расстроит Грейс и Леона с их старым приятелем. О, не знал, что я знаменитость. Увековечен в пластмассе. Вот уж действительно прелестный сувенир. Даже немного обидно портить такую вещь. Но иначе я не могу. Обязывает злодейский долг. А я за тобой. О, у вас получилось. Вы уж простите, был неправ. Без вас я и шагу ступить не могу. Что-нибудь случилось? Дроны отобрали подарок Грейс и Леона для старого знакомого. Вот вредины. Но мы его вернем. Супер! Мяу!
Арнольд, отдавай подарок! Не то сейчас как рыкну! Они уже тут. А я с подарком еще не закончил. Дроны, отвлекайте! Осторожно! В небе дроны! Супермагнетизм! Ха! Кот растет! Летите, голубки! Сила звука! А вы всегда, приходя в гости, вышибаете дверь. Ха, ну и манеры. Я, может, просто звонка не слышал. Отдавай подарок, Арнольд! Он не тебе! А мне он и не нужен. Пожалуйста, забирайте. Получилось! Теперь они вручат самый коварный подарок на свете! Так, ну вот поворот у большого дерева. И вот она, дверь в скале. Ну все, нашли. Наконец-то! Сейчас узнаем, кто этот знакомый. Вы опять? Что еще вам нужно, юные разрушители? Ребята, это же запасной вход в академию! А? Дорогой Арнольд, только благодаря тому, что мы сражались с тобой, мы подружились и вместе окончили школу для суперкотят. В честь юбилея и в знак благодарности прими от нас этот подарок. Подпись Леон и Грейс. Ну и ну! А сюрприз-то для Арнольда! Это тебе. Правда, мне? Я и есть старый знакомый. Как трогательно. Ой, стоп! Там же... Что ты делаешь? На помощь! Ха, получилось! Потому что все делали вместе! Супер-мяу! Знакомьтесь, Юми! Эй, нечестно! Играй ракеткой! Что? Я била ракеткой. Да! Есть! Ты случайно не вот это ищешь? Привет, меня зовут Соня. Я из этой школы для суперкошек. Я как раз приехала поступать в школу. Меня, кстати, Юми зовут. В нашу школу берут только тех, у кого есть суперспособности. Ой, неужели? Осторожно, оса! Какая еще оса? Оса! Оса! Вася! Дядя Арнольд! Кто? Какой дядя? Приветик, Арни! Это Элла, правнучка тети твоей двоюродной бабушки. Сладкий, возьми мою дочку Юми в свою академию, а то ее исключили из школы. Чао, какао! Исключили из школы? А я должен взять в академию? Я принимаю только со сверхспособностями. У меня есть! О, осторожно, кофе! Эй, как ты это сделала? Я вижу, что произойдет на 3 секунды раньше. Котята, у нас экстренный вызов. У Хлои в магазине происходит что-то необъяснимое. Костюмы надеть? Супер-мяу! Мяу!
все мои призы за лучшие злодейства года. О, я здесь. Новое коварное изобретение. Антигравитатор. Дай-ка. Так. И в чем же тут коварство? В том, как я буду его использовать. Ну-ка. Ох, они у меня все попрыгают. За продуктами, за ключами. Привет, котята. Это как понять? Сама не понимаю. Стой! Я должна отправить кучу срочных заказов, а тут такое. Выручайте меня скорее. Суперзрение. Антигравитационный состав. Он легко смывается водой. Тогда за дело. Ага. А, пристегнись, дядя Арнольд. Эй, брось! А ну, прекратите! Ничего не мыть! Я хочу, чтобы все летало, и вы все за этим прыгали! Дядя Арнольд, в сторону! Сила магнита! Ну и напрасно! Он из пластмассы! Пригнись! Сила звука! Она предвидит каждый шаг. Все, мистер Арнольд, я не дам здесь безобразничать. Я прошу вас уйти. Сейчас. Время стоп. А ну-ка, Арнольд. Получи-ка порцию своей антигравитации. Время вперед. Вместе мы суперсила! Брось, глупый дрон! Лети прочь! Камеру выключи! Познакомьтесь со мной! Я Юми, суперзлодейка. И я никому не дам в обиду дядю, ясно? Да, и кстати... Осторожно, электричество... 3, 2, 1. Лучшие друзья! Начну здесь. Подметаю до кустов, а затем... Да, великолепный план! Ребята, я взяла билеты в кино! Идем быстрее, скоро начнется! Но Ния еще не все убрала. Может, помочь? Я тут... Запросто! Здесь нужна экспресс-уборка, Али! А ну-ка, сила звука! Стоп! Тихо! В чем дело? Я только закончила план уборки, а он взял и сдул весь мусор! Разве так можно? А как можно 3 часа к уборке готовиться? Нет, чтоб взять метлу и подмести. Пожалуй, вы оба по-своему правы. Да кто ж так ссорится? Нет, это какой-то детский сад. О, ну не беда, я вам такое устрою, что вы на всю жизнь друг с другом перессоритесь. Дроны! Эй, осторожнее с моими новыми изобретениями. Вуаля! Перейдем к плану «Горка-ямка». При помощи резака и гравитационной пушки мы вырыем огромную яму, а рядом гору сделаем. Прямо вот здесь. А, да ты не на экране, а перед кафе и кинотеатром. Что здесь такое?
Что случилось? Я знаю, кто поможет. Да. В городе происшествие. Котята, требуется ваша помощь. Пора переодеваться в суперкостюм. Действуем! Помогите! Скоро сеанс, а к кинотеатру не подобраться. Сейчас исправим, не беспокойтесь. Первое, ставим оцепление. Второе, берем инструменты. Зачем все это? Засыпем и дело с концом. Сила звука! Надо же, вот так номер. С такими героями и никаких злодеев не надо. Время, стоп! Время, вперед! Ну что, ты доволен собой? Надо сперва думать, а потом делать. Да если столько думать, сколько ты, времени не останется что-то делать. Котята, спасите! Мне не выйти отсюда! Не, покажи, как надо. А может, ты нам покажешь класс? Так не годится. Надо их как-то помирить. Есть одна мысль. На помощь! Нас засыпало! Ния! Али! Они в той стороне! Али, подними эту гору в воздух своим ревом! Нельзя! Она сразу обвалится! Нам нужен план! Быстрее всего будет сдуть этот завал, но накроет дома рядом. Вот бы какой-нибудь трубой направить. Трубой? Один момент! Ловите! Старая вытяжная труба с кухни! А? Я держу магнитным полем, а ты гонишь поток в трубу. Пойдет? Угу. Все, тогда план есть! Супермагнитная вытяжка! Плюс супермощный ветродуй! Такое грех не запечатлеть. Стоп, снято. Вы что, нас разыграли? Мы спрятались за скамейкой и наблюдали. Прости, Ния, ты была права. Ты тоже был прав, Али. И ты прости. Ну что, мир? Да, мир, дружба. Слава юным спасателям. Мур-мур, ура! А теперь прошу в кинозал. Я покажу потрясающий новый фильм. Ура! Супер! Как старался, они помирились. Ничего. Я испробовал еще не все пакости. Дроны, а ну сюда! А? Гипноуловка. Кто последний, тот сонная черепашка. Эй, подождите! А? Простите, тороплюсь. Ой-ой-ой, куда упали очки? Извини, Бао. Что случилось? Кажется, они не... сломались. Отнесу Леону, он быстро починит. До встречи в кафе. Правильно, котятки. До встречи в кафе. Где мой новый гаджет-гипнотизер заставит вас выполнять любые злодейские приказы. Что ты делаешь? Рано! Ай!
Добрый день! Ты сегодня мой первый клиент. И единственный. Так как ты будешь спать до конца рабочего дня, Валерьян? Прекрасно! Я стал валерьяном один в один. А теперь дождемся котяток. Сотню таких пирожных готов съесть. Ну, сотню это вряд ли. На десятом лопнешь. Вот и они. Сейчас мы захлопнем ловушку. Угощайтесь пирожными. Берите сколько хотите бесплатно. Налетай. Пирожные. Смелее. Не стесняйтесь громко чавкать. А как набьете живот, наверняка захочется поиграть. Едой пошвыряться. Точно. Принесу вам еще снарядов. Привет, а вот и я. Что это вы? Бао, Леон все сделал. Что это у вас за игра такая? Да что ж такое? Неужели нет больше пирожных в этом дурацком кафе? Ну что ж, перейдем ко второй части моего злодейского плана. Это Арнольд. Отныне вы будете сборищем сонных лентяев. Нет больше супергероев. Вот и чего они так себя ведут. Они под гипнозом. Надо отвлечь Арнольда. Ну как? Попробуем так. Эй, это что за шутки? Продолжайте бездельничать! Ребят, надо бежать! Арнольд вас загипнотизировал! Не, я бегать не хочу. Вот что, воспользуюсь этой штукой. По моей команде! Бегом! Мы же сонными быть должны! Вот кто мне карты спутал! Гипноз не действует, если закрыть глаза. Дроны, схватить Соню! Внимание! Вы цветочки! Стойте! И не путайтесь под ногами! Солнце не загораживай! Я прекрасная роза! Мне надо больше света! Ой-ой! Где она? Выходи по-хорошему, все равно найду. Опомнитесь, вы супергерои. Нет, вы суперлентяи и вам хочется спать. Но вы не уснете, пока валерьян не расскажет вам сказку. В одной далекой стране жили-были котята. И однажды они все стали ловить Соню. Вызовите Грейса Леона. Не надо никого звать. Выключите эту штуку. Поймайте ее. Обнимайте валерьяна. И слушайте Соню. И котята снова стали супергероями в суперкостюмах. Спасибо, Соня. Но лучше их все-таки не ломать лишний раз. Ёлки-кофемолки, кто это натворил? Доброе утро. Как спалось?
А ну стой, хулиган! Стой, я говорю, стой! Рок-звезда! Ла-ла-ла, ла-ла-ла! О, смотрите, я певица! Ба-ра-ра-ра! Вот это я называю певец! Требуются исполнители для нового мюзикла. Супергитара! О! Круто! Какую песню выберем? Давайте нашу! Супермяу! О, правильно! Бежим готовиться к прослушиванию! А, когда-то вы с этой гитарой собирали стадионы. О! Побудь-ка в сейфе, пока не начнем съемки. Дядя, вот это вещь! Да, это супергитара. И она будет наша. Следующий. Йоу, чувак, нам без знаний никак. Серость — это кринж, а учение — свет. Поступай к нам в школу, будешь суперкат. Чука-чука-чука-чука-чука. Следующий. Нет. Это не пойдет! Дядя, план Б! Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Почему нельзя выступать за сценой? Что если я стесняюсь, и у меня очень тихий голос? Просто не все рождаются рок-звездами, такими, как я. Ха! Не бойся, петь вместе намного легче, чем одному. Угу. Котята, давайте на сцену. А? Прошу. Мы рождены, чтоб побеждать и не сдаваться. Я круче всех, я был рожден, чтоб петь на сцене. Мяу-мяу, я с пеленок, мяу-мяу, супер-львенок. Браво! В моем мюзикле все будет петь Али. Остальные свободны. Ха, я могу и без микрофона. Записываем. Я супер Али. Громче. Я супер крут. Туда повернись. Закрой глаза. Пой. Я самый громкий. Снято. С такой гитарой я стану хозяином в этом городе. А? А ну, отдавай гитару. Сила звука. Наверное, репетируют. Друзья! На помощь! Класс! Дай поиграть, моя очередь! Да? Ну, держи. Осторожней с моей новой игрушкой. Мы рождены, чтоб побеждать и не сдаваться. Мяу-мяу, суперсила, мяу-мяу, в наших жилах! Супер-мяу! Супер-костюмы!
Спасибо, ребят. Все вместе! Мы суперсила! Для съемок сгодится муляж. Мюзикл «Суперкотята», дубль первый. Мы рождены, чтоб побеждать и не сдаваться. Мяу-мяу, суперсила, мяу-мяу, в наших жилах мы команда. Супер-мяу! Мой любимый крик! Тебе помочь? Ты тут что, со столбами зарядку делаешь? Видали? Нет проблем, которые я не решил бы своим криком. Что такое? Али испортил мой рисунок? Тогда останется без голоса. Вы спросите, как? А так, для этого есть сироп молчания. Нет голоса, нет суперсилы. Что? Думаете, не станет пить? Ха! А мы в мороженое добавим. Кто тут устоит? Алло? Алло? Вижу, в поход собираешься. Помогу советом. Сходи в горные пещеры. Красота бесподобная. Ой, правда? Спасибо. Ты что-то хотел? Мороженого бы пару контейнеров, а то это жарище. Без проблем. Сейчас пришлю твой заказ. План таков. Надо будет убедить Али в том, что мое мороженое усиливает голос. А для этого потребуется вот такой небольшой усилитель. Замечательный день для приключений. Расчет маршрута. Маршрут построен. Прекрасно! Путь! Приехали. Пойду смотреть. А? Ага, надо убрать мусор. Мой суперголос годится и для таких задач. Браво! Великолепный голос, сеньор! Правда, не очень-то сильный. Что? Да у меня самый сильный голос во всем мире! Скузи, можно теперь я? Ого! Я не таких приключений хотела! Алло! Думаете, у меня громкий голос? Нет-нет, сеньор. Его таким делает громогласное эскимо. Дайте два. Ха-ха, берите сколько хотите, маэстро. Ох ты, у нас происшествие. Завален вход в пещеры. Надо спешить. Спасибо за мороженое. Котята, вперед! Супер-мяу! Суперзрение. Суперрост. Я уберу эти камешки в момент. Нет, Вася, стой! Ты сразу вызовешь обвал. Да?
Ничего, сейчас я суперкриком превращу все камни в пыль. Али, что с тобой? Ты что, сорвал голос? Не переживай, сейчас уберем завал и поможем. Расчистку нужно сверху начать. Времени уйдет немало, но иначе нам Хлою не вызволить. Предлагает остановить обвал, натянув сверху стальную сеть. Отличная идея! Нужна сетка, временная доставка. Есть! Ния, натянешь ее над нами? Спрашиваешь! Магнит соединит! Ой, спасибо, котятки! Вы настоящие спасатели! Ура! Ура! Али, что у тебя с голосом? На, попробуй сироп для осипшего горла. Действует. Но рык пока проверять не стоит. Да, в горах шуметь нельзя, это всем известно. Тише! Нельзя шуметь в горах? Подумаешь, у вас не спросил. Что я наделал?